Привет! Снова с вами Безонотроп со своим рассказом о игрушках от торгового Doom & Time на приставке Panasonic 3DO. Очередная игрушка называется Север Shark. Игра полна интерактивных заставок и разных приколов. Но чтобы их понять, нужно хотя бы немного знать английский язык. Немножко пораскинув мозгами, я все-таки понял, что от меня требуется. Какой-то яростный злой дядька прокричал мне прямо в лицо, чтобы я его слушался и был очень внимательным. По его словам, любая моя ошибка может привести к смерти нас обоих. Начало миссии. Вы летаете в каком-то небольшом НВО, по какому-то страшному туннелю, похожему на радиоактивную канализацию. Ваша задача — убить мерзких тварей всех до одной. И вообще действовать по принципу «стреляй или проиграешь». К сожалению, дальше первой миссии я пройти не смог. Надеюсь, вам это удастся, и вы отомстите за Безонотропа. А я решил сделать вам подарочек — диск от торгового Doom & Time с игрой Бальцерион, в которой вам предстоит поучаствовать в психических битвах роботов. Конечно, я вам его подарю, если вы ответите на мой вопрос. Как зовут актера, который сыграл роль вашего напарника по кличке Призрак? Напрягите мозги и желаю удачи. Пока. Новая реальность.